Ну что, приветствуем, мы с вами продолжаем проходить Dead Space 2. Тут есть суперэн, повторяюсь, да, снизу прошлой серии, ссылочку себе на какой-то на плейлист. Подскажешь сверху справа, там кружочек видишь, светится, да, такой крутится, вот, ты туда нажимаешь, сюда, если компас можешь, да, если телефон даже попробуй. Ну вот, нажимаешь, все выпускает подсказки, там вот плейлист по прохождению этой игры и прошлую тоже часть, первой. Вот, и прошлые серии там тоже будут, вот. С телефона, если не получается, то чуть ниже записание спускаешься, там те же самые подсказки. Вот, интересно, интересно. Мы почти подошли к обелиску. Почти подошли. Надеюсь, в этой серии мы с вами подойдем к нему ближе. Или вообще подойдем. Вот. Так что как так. Так что Саша подумал, не давать призыку взять, а призыв кушать, в принципе, пить кофе или псевдо при этом просмотра. Просто я сказал, что больше не буду этого, ну, использовать, да? Голос некий. Я свое слово постараюсь держать. Ну, я его сдержу, хорошо. Вот. Будем стараться сами как-то проходить дальше. Вот. Это просмотр. Так, ну что, мы с тобой здесь остановились, собственно, да? Нам с тобой дальше вот сюда идти. Поэтому шоу, let's go. А, подожди. Мы же можем... Точно. Так, давай посмотрим, чего у нас сколько. Ну, здесь, в принципе, патроны есть. Здесь тоже, здесь тоже. Я бы для этой купил бы еще патронов. Да? Ну, там, чтобы хотя бы было штук 20. Вот сюда бы купил патронов. И аптеки покупил с батарейками краски вот этими. Давай так и сделаем. $25, ребят. Так, ну давай маленькому сто продадим. Нам она особо так не нужна. Так, теперь покупаем, погнали большую, две большие купим. Дальше. Еще одну. Не. И после покупаем. Что не так тебе? Что тебе не так? Вот так сделаем, давай. Не давай в снайпу. Фиганем, все. Ну, пусть будет так хотя бы. Ай. 12 патронов здесь, бля. Ну ладно. Ну ладно. Что могу сказать? Ладно. Так, погнали. С тобой прокачаем все-таки X теперь. Дальше, да? Урон, который он поглощает, мы прокачаем максимум, воздух, здоровье осталось. Давай. Да, вот так сделаем с тобой, собственно, и пойдем дальше уже. Ой, поехали. Будем тогда пользоваться пока вот этими, да, оружиями. Ту снайпу, если пригодится, то будем использовать, нет, то нет. Сохраняемся, мы, кстати, с вами начали 14 главу. Предпоследний получается, да, предпоследний. 15 глава. Да, последняя глава у нас. Ебать, ты кто нахуй? Шейбанушка, блядь. Ебать, еще одна. Куда нам с вами идти? Получается, мы последний, ребят, последнюю главу проходим. Последнюю главу с вами проходим. Самое интересное это. Понял.
По идее, сюда должна вместиться у нас. Но... Поехали. Где она? Она лишь мне... Бля, опять ты нахуй. Ну смотри, ну это пиздец, ребят. Ну а попробуем сами, ладно. Попробуем сами сейчас с тобой. Погнали, ну куда вообще? Нам туда ебашить. Погнали. Погнали, бежим, 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 бежим. Мы успеем, ребят. Еще мы с вами успеем. Ну все, иди в пизду, блядь. Бля, опять. Ну тут ебаный в рот. Снайпу туда давать. Бля, нахуй я это беру. Так, значит, я неверно купил патроны. Ну ладно. Ну ладно. А ты, может, ебёшься, алё? Я себе пока ящица, мне вообще похуй эта хуйня. Давай так, блядь. Вот видишь, руками просто только так херачит, блядь. Руками только так заходит, блядь. Бля, надо бежать, соседи, в курсе? Да, надо бежать, чё? Надо бежать, мы с тобой. Бамс. Сосёшь хуй. Земляшек нету, поэтому понял. Бежи. Бля, пиздец. Нам пизда, ребят. Нам похуй со своими. Беги, 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 беги. Опа, отсосал. Бля. Опа, отсосал, долбоёб. Я просто пробежим эту хуйню, я не хочу даже фармить. Бля, пиздец, здесь творится, ребят. И нам с вами пизда сейчас будет, а то. Нам сейчас с вами пизда будет. Пики пока есть, уже хорошо. Куда дальше, куда дальше, куда дальше, куда дальше? Все, уезжаем нахуй. Так, давай что почитаем. Че там, блядь, сообщение? Последняя надежда Тейтмана. Последняя надежда Тейтмана. Всем, кто нужен сообщение, есть люди, в том числе и среди моих подчиненных, которые считают мои действия на станции неразумными. Они говорят, что это обелиск повлиял на мой разум, продиктовал все мои решения. Они не хотят понять, что они не хотят понять, что все, что я делал, было сделано ради блага нашего сообщества. И Титан безжизненно болт. И Титан, чё? Где? Станция Титан безжизненно болталась в космосе, пока я не вдохнул в нее новую жизнь, получив правительственные гранты на исследования. Эти исследования — поиск новых невероятных источников энергии, производственных технологий и методов оптимизации, которые пока недоступны нашему пониманию. Единственная надежда человечества на выживание. Конечно, понял, да? Которая недоступна нашему пониманию, единственная надежда человечества на выживание.
Мы слишком долго зависели от переработки планет и теперь уже не в состоянии самостоятельно обеспечить себя. Нам необходимы обелиски, и если мы не сумеем понять принципы их работы, судьба человечества предрешена. Ганс Стейтман, директор комплекса «Колониальный альянс правительственного комитета Земли». Как-то так, ребят. Как-то так. Поехали. Сохранялочка. Бля, это закупиться нельзя. Одна пошел. Чел, одна. Одна всего лишь у нас с тобой хпшечка. Ну ладно, ладно, попробуем пройти. Let's go. Я даже знаю, что сейчас здесь будет. Сейчас здесь будет опять арена. Ну поехали, чё. Ты хуел, что меня бить, блядь? Дари-рари-рари-рам. Видишь, он пытается меня остановить любыми способами. И что мне здесь делать? Все, бэмс, я закрылся. И куда мне, блядь? Я сейчас сюда пойду. Так, тут проход зачем-то сделан. Ну ладно. Смотри, обелиск. Вот этот обелиск. Данные об этом обелиске стоят каждой потерянной нами жизни. Бать, ты кто? Он выжил, что ли? Он выжил, слышь? Давай, блядь! Я не просто вижу, что там где-то было, блядь. Я не позволю тебе уничтожить их. Бамс, нахуй. Сосал хуй, сосал сразу же, моментально, блядь. Бам, блядь. До свидания, ёпта. Бля, вот сейчас хпшка, конечно, тобой пригодится. Бам, блядь. Да, это прикольно сделано, что можно, понял, управлять мышкой еще дополнительно. Я так и знал. Я так и знал, что он обманывает. Твое тело последнее, что нужно для перерождения. Создатели должны быть поглощены. Создатели? Это я, что ли? Но Строс говорил, мы можем уничтожить обелиск. Нет, если мы поглотим тебя до этого. Блять, а я ведь тебе верил. Нахуй тебя. Нахуй твой обелиск. Вы... О, это босс. Охуенно. Начало пиздата. Ух, ебать вас тут, ребята. Бамба Лейла. Бамба Лейла, кстати, в курсе? Вы в курсе, что у вас слишком дохуя здесь? Мне надо было взять огнемет, короче. Жесть. Вот здесь нужен огнемет 100%. Здесь нужен огнемет 100%. Здесь нужен огнемет, ребята. Угу. Вот этого я не знал.
Сейчас я понял, я сижу по первой части, что с первой части он такой себе. С первой части он был такой себе, не нужен особо, поэтому как бы я его не беру. Шо, мать, готово? Бамс. 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 Поехали, ребята. Тихо, 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 мразь, блядь. Хуело, блядь. На, блядь, сосать. Вот это сейчас будет интересно. Ты куда скачешь, блядь, мальчик, блядь? Ты не охуел ли, мальчик, блядь? Вот это сейчас будет интересно. А что дальше будет, ребята? Мне вот просто интересно, что дальше? Что дальше? А, я понял. Мне нужно ее тоже ебашить, да? Правда? Мне похуй. Бля-бля-бля, ловушка, ловушка Джокера. Опа, опа, бомба-лейба. Да не, не может быть, что это... Это все, что, мать. Блять. Бля. Будет сложно, ребят, будет сложно. Поехали. Салам алейкум, пацаны. Опа, отсосали вы хуй. Сразу. Бан. Сразу бан. Угу. Короче, они появляются. Они появляются. Первая стратегия с тобой сейчас. У нас там стратегия сейчас их захуярит все. Ух, ебать вас тут, ребята. Чего вас так много? Ловушка Джокера. Ловушка Джокера сейчас была. Видел? Бля, где, где, где? Охуительно. Мне пизда, ребят. Бля, вот это я зря сделал. Вот это я зря сделал. Вот это я зря сделал. Зачем надо было сохраниться во вторую ячейку, чтобы у меня было, чтобы мог вернуться обратно. Мне просто, грубо говоря, тупо хп не хватает, прикинь. Мне тупо хп не хватает, но это босс, ребят. О, тут, кстати, хорош. Все, поехали. Давай, давай, пацаны, погнали, погнали, погнали. Опа! Отсосал-то хуёк. Бамс нахуй улетел. А, дурачок, блядь. Да, погнали. Бамс нахуй. Больно, больно, больно мне. Блять, прикинь, не стреляет. Я могу стрелять, он не стреляет, блядь. Так, хорошо. Так, короче, нужно ее ебашить, я понял. Так, пацаны, пацаны, пацаны. Съебать сандали быстро нахуй. Бля, это мне хпшки просто, ребят, не хватает. Просто хп не хватает, реально.
Короче, я понял, их смысла нет херачить, да? Их смысла херачить вообще никакого нету. Их смысла херачить нету вообще никакого. Нужно ебашить ее. Потому что, заметьте, мы когда ее фигачим, открывается обелиск сам. Они пропадают все. Поэтому нужно только ее ебашить. Ну что, мать, ты готова? Поехали. Бамс нахуй. Бамс. Да то все, что хуй, блядь. А, тебе похуй? Бля, ей похуй, слышь? Вот это мне не появляются краски, слушай. Оп, 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 ебать вас тут, ребята, ребята, вас не дохуяли, слышите? Мы сейчас бам ебал, бам ебал, долбоебу. Бамс, бамс, они исчезли, все, все хорошо. Так, погнали, next. Next, идем. Так, ТПшка есть. Очищаемся путь. Надо, короче, их собрать в кучку, понял? Собрать в кучку и бегать просто. Вот так по кругу. Ну пусть этот все хуй. Просто бегать так по кругу. Оо, а вот это. Вот это интересно тема. Угу. Патронов больше нету, да? Я тебя понял. Просто бегаем, ребят. Реально? Сука, мразь тупая, блядь. Просто тпхается, прикинь. Просто хуйня ещё была зря, просто, грубо говоря. Бамс, летели. Какая часть отлетела сейчас. Больно. Я хочу просто в нее еще пульнуть всю эту хуйню. Ну давай, блядь! О, заебись. Где эта хуйня? Сколько у нее стадий этой хуйни, блядь? Сколько стадий у этой хуйни? Вот это интересно. Ебать, пацаны, съебались. Опа, опа, маневрирую. Хуякс, маневрирую, видел? Так, как его может? Только я могу так. Больше нет, только такие. Приближаемся. Да отсосете, пацаны, блин, ну съебитесь нахуй, реально, пацаны. Ну и так нечестно, блядь. Да отсосешь ты, мать, реально. Блять, пизда мне, пизда. Пизда, уходи. Хуй сделал. Ну, блядь, не, забей. Бля, зря на снайпу купил, зря вообще. Очень зря на снайпу купил. Очень зря на снайпу купил. Очень зря на снайпу купил, я сейчас. Очень зря. Ну, да, который с патронами, блядь. Не вот на эту, а вот на эту зря купил патронов, ну ладно. Так, подожди, да, перезарядим. А что, я могу ее стопнуть? Я могу ее стопнуть, слышь? А, тебе похуй, мать? Ты ебанутый или что? Бля, сколько выстрел сейчас произвел в нее? Пиздец, дохуя, да? Короче, здесь стадия дохуя сейчас будет, я понял. Так, пацаны, смотри. Опа, въебал. Опа, въебал сейчас я сам. Опа, пацаны, опа, сюда. Папочки на базу, патроночки такие. А могу ее стопнуть?
Да мне похуй, честно. Сейчас корону поймать еще. Да по-хорошему, знаешь, как делать? Так делаешь. Бамс. Цели какие-то, пацаны. Я, пацан, так нечестно, в курсе, блядь, так нечестно вообще, блядь. А вот это сейчас было. Так, это если к ней попаду, да? В лапы. Так, это концовка, что ли, типа? А, я понял. Бля, фу, блядь. Так, хорошо, я понял. Я понял. Боже, ну погнали, давай, дура ебаная. Бамс, нахуй, улетела. Бамс, улетела. Бамс, улетела. Бамс, улетела. Бамс, бамс. Четыре. Четыре выстрела все могу сделать. Оп, 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 смотри. Опа, опа, опа. Опа. Долбоебик. Бери, бери, бери эту хуйню. Так, ну поехали, что, пацаны? Так, она ТП хоть, я понял. Ну это понятно, что дело, что она... Пацаны, 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 дайте, дайте съебаться мне. Так нечестно, блядь. Должна отсосать, блядь, хуй мой. Огромный, блядь. Так, все, она... Ну, блядь, ну это нечестно. Они должны были сесть еще ебнуть. Не в курсе, они должны были все исчезнуть. Бля, ну мне бы говорил, не то, что, понимаешь, мне не хпшки нужны, мне нужны патроны на эту снайпу. Мне нужны патроны на эту снайпу, блядь. Вот на этот резак, мне нужны патроны, которые, блядь, который он сейчас и стрелял. Очень нужны патроны на этот резак. Ой, боже, блядь. Ну что ты хочешь мне? На, блядь, держи, давай, иди сюда. А, это... На, ёпта. Что, блядь? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все, погнали. Помс, помс, помс. А засали, долбоеба. Мари. Оп, оп, опа. Опа, маневрирование. Пошло, пошло, пошло. Кондиции, кондиции, кондиции пошли. Видел, видел, видел. Кондиции пошли, реально. Да все ж ты хуец, мой, блядь. О, блядь, только у меня будешь павниться или что, блядь? Совсем дура ебаная или что, блядь? На, блядь. Сейчас моя часть заденет. Вот. Сюда. Я на третьей стадии, я на третьей стадии доходил. Слышишь, на третьей стадии доходил, окей. Пацаны, 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 что творится здесь? Что творится, пацаны? Пацаны, 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 смотри, что у меня... Блядь, я в кей попал. Короче... У меня есть предложение одно. У меня есть одно предложение. Бля, ну я не хочу, конечно, босса проходить с этим самым, с голосом этим. Честно, я бы сделал, знаешь как? Я просто бы добавил себе патронов. Ну, бесконечно патроны бы себе сделал, просто и все. На именно вот это, на именно вот на эту снайпу, блядь. Это резак, потому что, ну, это забей. Ну, попробуем, давай попробуем, не получится. Давай еще сделаем три попытки, если не получится. То я туда включу, блядь, потому что мы по-другому никак. Два, три, четыре. Четыре всего лишь. Могу выстрелить вначале. Да ты все ж ты хуец, сдавай себя. Сама сдавайся, ебаный рот, смотри. Оп. Опа, опа, маневрируй. А, заблочил меня, тварь. Вот это было нечестно с твоей стороны. Ты меня заблочил. Хуесос ебаный, блядь. На, блядь. Да, ну ты сейчас зря взял, конечно. Я сейчас понял, мне с таким камнем нужно бегать. А мне похуй. А мне пофиг. О! Тихо, тихо, ебанушка, блядь. Так, уже получше.
Уже наш с тобой дела получше. Я по ней попал. Это главное. Где она? Так, вот, видишь, они, по идее, все исчезли. 2, 3, 4. 4 все разом. Блядь, опять не побежал. Сложно, сложно, ребят, сложный босс. Сложно разбежать, знаешь, в чем? Мы с тобой увидели, что если мы этих всех, ну, челиков захерачим в этой игре, да, то они все равно появятся. То есть нужно ее херачить в любом случае. Есть два варианта, что мы можем делать на стадии этой, да? Когда открывается как раз вот это жерло, да, само. Само жерло этого. А, и похуй. Вот, само жерло вот этого вот. Этой хуйне, когда открывается, можно просто брать патроны. ПП-шечки. Погнали. 1, 2, 3, 4. Все, 4 могу сделать, все. Погнали. Да, пацаны, пацаны, пацаны. Опа, 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 маневрирую, маневрирую. Опа, опа, отсосал, отсосал хуй. Опа, опа, опа. Ну все, все, пососали вы хуй, блядь, пацаны. Так вот это главное, как надо делать. Это главное, что нужно делать, это нужно вот так маневрировать. Так, пацаны, вы сосали хуй, в курсе? Я хожу, здесь нет стамины. Очень хорошо. Вот, пацан, блядь. Так, жаль, беги, 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 беги. Патронов больше нету? Есть. И патронов целых есть еще. Где? 2, 3, 4, 5. Все, собрал. Ой, тихо, тихо. Мать, иди в пизду, пожалуйста. Опа. Мать, иди нахуй, пожалуйста. Бля, пацан, 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 бежит у меня. Так, патрики собираем, какие нам нужно. Ну, пососешь ты хуй. Так, мне нужно ее найти, где она. А, вон она идет. Бамс. Ебало пролетело. Блять, патроны. Беги, 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 беги. Хочу там чисто в движении, понял, находиться. Да, здесь патронов нету. Меня понял. Ну давай уже, сколько в тебя садил-то, блядь? Патронов-то, блядь. Бля, пацаны, пацаны, ну это хуйня полная, вы понимаете? Так, вам патрончики. Так, садись батарея. Не надо, пацан. Ну все, не успел. Так. Мразь, иди нахуй. Я с тобой не дружу. Так, 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 так. Опа, опа, маневрирование. Пошло, родное. Пацан, иди нахуй. Отъебись от меня. Заебись, ребята. Придумали, блядь. Бамс нахуй улетел. Долбоебик. И без всяких там голосов, собственно, я это сделал. Ну, получается, у него 3 стадии, да, у этого босса? 3 стадии. Ну, в целом не так сложно было. Ну, было сложновато, ребята, было сложновато в целом маневрировать, но в целом, видишь, мы смогли. Бля, зря на патроны как хотят, с другой стороны, патроны снайпу, видишь, помогли мне в любом случае. Конечно, тут двоякая ситуация. Внимание,
Видишь, доверился. Я так не знал. Помните, я говорил в серии предыдущей или позапрошлой серии? Говорил, что она обманет. Я говорил, что она обманет. Мужик, давай, ну соберись, Степа, надо лететь отсюда. Dead Space 2. Ну это концовка, ребят, это финал. И он остался? Бля, чё он, прикиньте, чё он только не пережил, это вообще жесть. Бля, ну прикольная игрушка, прикольно, конечно. Ну и гаджеты. Это и есть твой великий план? Бросить меня и сдохнуть? У меня полно идиотских планов. Забыла. Вот тебе еще один для коллекции. Я пробью крышу и заберу тебя. Двигай задом. Элли, слишком поздно. Улетай от станции. Извини, в этот раз тебе слова не давали. Что мне делать? Ну, я подлетел. Айзек, хватай мою руку! Я пытаюсь, пытаюсь! Опа! Блин, здесь еще финальную нужно что-то делать, прикинь. Уже первый раз скажу, это прикольно. Бля, прикольно, ну... Получается, Dead Space 3 скоро, да? Как и в первой части. Получается, начало с первой части, да? Отсылка к этому. Да, отсылка к первой части, ребят. 100%. Да, отсылка к этому самому. Вот такая игрушка, ребята, вот такая игрушка. Честно, очень интересно. По сюжету прикольно, мне понравилось по сюжету, но много арен, очень много арен, блядь. Это, ну, лишнее реально, заебывает очень сильно. Босс был, по сравнению с первой частью, не прям сложный. В первой части он был чуть-чуть посложнее. Конечно, в первой части он был довольно-таки посложнее, чем в этой части, да, но здесь было сложно маневрировать чуть-чуть, и все, а так, в принципе, довольно-таки легкий он. Игра прикольная, достойна внимания, достойна, я не сожалею, что прошел ее, не был интересный сюжет, но очень много арен, это очень минус, реально. Минус этой игры, очень много арен, и на почти максимальной сложности, возможно, да, максимальный уровень сложности, мало дропа нужного, там очень много кидают тебе ненужных тебе патронов, да. Вот, как-то так. А так в целом прикольно, понравилось. Чуть все мне некоторые. Спасибо, что побыли со мной в этом приключении. Прикольная игрушка, ребят. Dead Space 2 прикольная игрушка. Получается, скоро Dead Space 3, ребят. Надеюсь, за это опашку не накинуть. Вот. Пишите мне в комментариях. Мне понравилась игра. Лучше отзыв и прикольная игрушка. Но арены там, забейте, это такое. Очень много арен. Вот, но в целом прикольно, прикольно. Мне понравилось. Спасибо за просмотр. Это Силика была. Это была Dead Space 2. Пишите мне в комментариях, очень прикольная игрушка, мне понравилась. Увидимся в следующих играх. Давайте, спасибо, что побыстрее на подключение, спасибо. Кстати, так, подписывайтесь на канал, не сложно, не пенни. К тому же у нас скоро и Dead Space 3 будет, реально. Не пропустите, не пропустим. Все, ребят, еще одна игра в копилочку получается. Увидимся в следующих играх. Давайте. Так, мы с тобой сохраняемся. Что дальше? Открытые костюмы прототипы. Режим новой игра плюс, открытые элитные костюмы и различные варианты костюмов охраны. Ищите мегаполис, схемы для получения успеха. Я вам предстоит играть с минимальным количеством боеприпасов, с крайне низким показателем жизнедеятельности. Если ты начинаешь игру заново, если у меня есть сомнения, вы можете найти вот только... Да, это жесть. Это жесть пройти. Все,
Целые будут помещены в ближайший магазин. Окей. Прикольная игрушка, мне понравилась. О, смотри, у нас теперь обелиск здесь. Среди того здесь обелиск. Сам по себе. Хватит. Ну, получается, уничтожили, да, его, ты понимаешь, обелиск. Надеюсь, эта часть не будет связана ничего с обелиском. Если будет, конечно, интересно, что на этот раз. Но посмотрим. Посмотрим, ребят. Все, ребят, давайте. Увидимся в следующих видео.